Всем привет! С вами Константин, и вы на канале Мережка ТВ. Ну, я уже пометил нашего пассажира. Мы ж пойдем дальше их, лидеров этих волков, выносить. И на этот раз у нас грифон Алексей Лисицын. Ну, опять же, сейчас в вертолет сядем. Ну, а встретимся с вами там, тут хоть недалеко. Не понял. А чё нам никаких инструкций не дают? Призрак, командир, это Номад. Жду данные по Грифону. Принято. Твоя цель — Алексей Лисицын. Грифон — живая нейронная сеть террористов. Он отвечает за всю логистику и кадры. Вряд ли Стоун доверит кому-то еще создание и поставки нового прототипа газовых дронов. Грифон — стержень всей операции. Если убить его, их планы застопорятся. Он бывший оперативник, офицер ФСБ, эксперт по внедрению шпионов в другие страны. И еще он настоящий параноик. Я нашел информатора, который расскажет тебе больше. Высылаю координаты. Принято. Конец связи. Ага, 2 КМ. Ну, погнали, блять, обратно. Так, а у нас нету оружия, да, никакого? Ну так уж случилось. Блядь, ракета! Садимся! Надо лететь пониже, а то там зенит. Там и люди есть, да? Дрон вылетел. У нас противник вон там. Вижу врага. Вон там. Да валим и все. Что тут, блядь? Командира отметила. Бу! Прямо в яблочко нам. Граната! Им это не понравится. Блядь. Черт, это Сентинел. Жаль, я не смог прийти раньше. Стреляю! Вижу врага вон там. Получай, зараза. Отличный результат. У нас противник. Дай домой. У дрона батарейка села. Все. Стрелков не осталось. Ну шо, давай лечиться, блядь. Уйдем от беспилотника. Вот так вот. Допросить. Кто приказал убить его? Я не знаю его имени и не хочу знать, но у него русский акцент. Где его найти? Я не знаю. Знаю только, что мой объект работал в тех двух логистических центрах. Так, 400 и 500. Ну, нам, походу, все равно и туда лететь, правильно? Мы-то, в принципе, тут рядышком. А вдруг у них там не будет вертолета?
Пехам-то неохота вышивать по горам. Блядь. Садимся. Спасибо за то, что мы тебя отсюда. Тикаем. Красиво работаешь. Ля, мы в какой-то замес попали. Так, уходим. Без разведки надо было все-таки спуститься, а не так переть. Да давай перелазь уже. Сейчас отойдем. О. А у нас остался один, да? Мы не одни. Осторожнее. Обнаружен враг. Или это ж этот, да? Не пойму, было же две точки. Осталась одна. Ладно, как-то я забыл. Я решил просто переиграть, потому что мы вынесли всех. А теперь у нас одна точка осталась. Пропала. Маркер один пропал. Мы вынесли всех, а надо солдата какого-то допросить, у которого есть информация. Какого допросить, пока вообще понятия не имею. Я обнаружил противника. Вот человек есть. А нет. Да, вот этот человек есть. А там мы его, по-моему, наверное, завалили. Или вот этого допросить, солдата. С таким типа восклицательным знаком наоборот. Или вот этого. Или вот этого. Бля, их много. Таких, которых... С которыми можно побеседовать. Так, а если забежать? Сразу допросить. Ну, а потом по обстановке. Ничего не хочу. Через 3 недели я сваливаю. Вот он тут ходит. Как раз нам не командир нужен. Нам вот этот черт нужен. Внимание! Вот так вот. Пошли в кустики. Где твой командир? Я почем знаю. Он мне не говорит ни черта. Его волнует только работа и грузовики, а на людей насрать. Грузовики? Он помешался. На этих грузовиках в них привозят прототипы дронов. Черт, он меня убьет за то, что я тебе помогаю. Помешался, значит? Где эти грузовики? Не знаю, но может в журнале записано, в логистическом центре. Он убьет любого, кто позарится на эти дроны. Угу, вот и меточка появилась другая. Ну, вырубаем. И потихонечку, не спеша,
Все равно запасть. Здрасте. Вы не поможете мне отыскать это место? Да, есть одно место на примете. Спасибо вам. Что ты делаешь? Да, блядь, что я делаю? Я ж думал, он нужен нам. Ты так говоришь вроде, блядь, что ты делаешь. Так вот, нехер мне делать, да? И я это делаю. Черт, противник! Боевой дрон вылетел. С этим дроном мы их разделаем. Контакт! Вижу силы. Вот и хорошо. А что, мы взяли информацию? А, изучить. Ладно, что, выйти сначала надо. Сейчас я уберу метку. Бей гадом! Осторожнее с этой турелью. Выдвигаюсь! Макушку чуть-чуть. Вот так вот. Все, они перегасили. Молодцы. Шапка какая. О! А, так я нихера не узнал. Получается. Что-то я узнавал. Там еще меточка. Сейчас мы пойдем узнаем, что там. Нет, надо смотреть. Так, и что у нас тут? Непрочитанные данные. Все прочитали уже. Поврежденный файл. Нечитаемо. Похоже, Грифон заметает следы. Надо проверить в другом логистическом центре. 1 километр. Вертолета нету. Ну, вертолета ж нету у нас, нашего. Потому что я ж переигрывал. Ладно, машину сейчас какую-нибудь отмутим. Что вам тут надо? Привет. Эй, что ты тут делаешь? Не подходи. Вы не поможете мне отыскать это место? Вы найдете это здесь. Спасибо. Будьте здоровы. Да поехали. Какого человека?
блядь. Погнали потихонечку. А в обратную сторону, наверное, не заехали. Так, надо будет почитать, что от нас требуется. А то я опять сейчас делов натворю. Давай, иди. Тут вертолет, давайте спрячемся. Типа в кустиках. Так, интересно. И что тут пишут? Найти главный склад. Должны быть грузовики. Наверняка тут есть важные данные. О, а вот и главный склад. А вот и грузовики. У меня ничего. У меня ничего. Все надоело. Стоять, смотреть на природу. На то, как этот толстяк каждый день чистит пулемет. Я обнаружил потерю. Я так понимаю, что не только грузовики охраняют, да? Там, а по, на территории они есть. Хорошо. Это мы нашли. Еще раз. Вижу противника. Солдаты могут знать, где искать объект. Какие теперь солдаты? Я что-то нихера не нашел ни одного солдата, который с меткой. Снайперов загасить, а тех... Можно бить. Вот этот, наверное. Да, с этим надо побазарить. Или с этим. Нет, с тем не надо. Или с тем. Вот с этим знаком. Так, а шо? Я ж себе не могу найти. Больше ж нету на крыше. Так, на авось гасить. Они про нас знают. Да, погорячился я. Ну да хер с ним. Че первый раз, блин. И как раз тот черт вышел, который нам нужен. Зашел. Это противник. Вон там. Вот это что? Ну это не человек. Я вижу противника. Вон там. Ладно, хер на него. Теперь мы видим все. Ск...
Кучковались, бля. У нас гости. Все быть на чеку. Внимание. Их там очень много. Вот так. Ищу укрытие! Внимание! Где противник? Вижу крылья! Вон там враг! Боевой дрон готов. Сейчас мы им покажем. Добавь их. Я буду показать. Прикончим их! Убил! Есть! Помер! Ловите! Сейчас будет вот так! Враг на прицеле! Точно! Не должны знать, с чем... Осторожно, там видели! Осторожно! Тебя же послали под воду! А я этого могу захуять? А, его уже захуять. Вот того надо, блять, зачем вы? Пригнитесь и стреляйте! Вот тебе, мразь! Ну, допроси. Командир, дрон... Что мне нужно об этом знать? Говори! Не убивайте, я все рассказал! Угу. Где-то рядом. Что-то рядом. Обнаружен враг. Вот это ладно. Где ступеньки? Вон он. Сейчас посмотрим, что там у нас дальше. Куда нам? Журнал учета ценных грузов. Ну и что? В том грузовике важный груз. Можно угнать грузовик и тем самым выманить Грифона. А судя по журналу, это идеальное место для засады. А что, противник есть? Так мы ж постреляли. Дело в том, что мы утопили грузовик. И задача провалена. Осторожно, там противник. Что за дерьмо? Я учился на ниндзя, а стал охранником с большой зарплатой. У меня тут носильщик. Валим носильщика. Сейчас я посмотрю, сколько их там. Вижу, брата. Вон там. Мы их перевалили, допросили кого надо. В Ираке я... А вот, украсть. После взрыва бомбы. Все, можно не допрашивать, можно просто... Заходите и выносить всех. Тут пулеметчик. Нахуя мне пистолет? Шикарно, Нова. Заткнись и смотри по сторонам. Я могу ножиком, интересно, вот этого черта зарезать. Гады убили Бубу! Не могу, блядь. Противник прямо по курсу! Дрон готов к работе. А, такого не обязательно в голову.
Это кто-то, блядь, стреляет. Нахер нам тут офицер? Мы уже все знаем. Я за фиолетовое что. Дрон разрядился. Граната! Прикончил командира. Мало не покажется. Бля, гранатами швыряет, бля, что яблоко. Поехали, ладно, мы уже и так. Тогда я скомбинирую как-то. Как, конечно, грузовик утопили, я не буду выкладывать, но нафига вам это? Я просто хотел сократить путь, поняли? Ехать далеко. Ну и заехал в речку. Надо все-таки посмотреть, как нам ехать. Нам вот сюда. А дорога, нам получается направо надо и налево, да. И там где-то тропинка будет. Вот она, тропинка. Ну как тропинка, спуск. Вот он. Хватит всем мячик! Так, и шо? Шо это за херня, блядь? Шо нам делать? Вижу противника. Нужно ликвидировать всех солдат Грифона. Да, вижу противника. А где они у нас, солдаты эти, блядь? Где-то они видят противника. Я обнаружил противника. Давайте запустим свою птичку. Здесь, на
Так мы в лагерь приехали, нихера себе. Их не так много. Ну погнали ликвидировать. Что, застрял, блядь? Замечены следы активности противника. Я знаю, ты меня слышишь. И планы твои я знаю. Прототип дрона для твоей операции у меня. У тебя два варианта. Ты можешь ответить и согласиться на встречу. Или можешь сидеть на жопе и слушать, как твой груз взрывается. Без дронов вся операция, которую ты так тщательно продумал, полетит к чертям. Ладно. Раз ты любишь взрывы... Салют через 3, 2. Ты пожалеешь об этом, призрак. Так, скоро ко мне придут гости. Надо привести себя в порядок. И что нам надо делать? Подготовить засаду. Какой подготовить засаду? С пристани? Еще раз. Блять, а как ее подготовить засаду? У меня ж там мины какие-то есть, блядь. Хер его знает. Это единственное, что умею. Будем так отбиваться, че не, блядь, проблема. Ну пусть еще здесь стоит. Хер на нее. Ну здесь давайте, если есть еще. А сколько у меня? Внимание, эти гады рядом. Нас раскрыли, я не знаю, что мы здесь. Блядь, они с другой стороны. Тут враги! На машине едут. Блядь, не видно. Залазь, залазь. Сейчас сверху я захуячу. Вот он.
Я так предполагаю, что с воды никто не приедет. Так, сверху, сверху. Противник, вон там. Шикарно! Пристрели! Воздух и боевой дрон! Осторожно, там противник. Вроде чисто. Осторожно, противник рядом. Зону зачистили. Ух ты, нихера себе, этот посерьезнее, блядь. Вертолет, блядь, посерьезнее. Сука. Вертолет надо нахер сбить, блядь. Где он, блядь? Читаю боевую. Включаю сканер. Да хуй там это тяжеловес. Вот эту херню надо, блядь. У нас противник, вон там. Как же в него попасть, блядь? А чё, что вот это красное, блядь? Я не понял. Этот готов. Призрак главный, отсиди в укрытии. Блять, опять. А там вертик надо сбить, сучка. Там этого волка загасить, а как в него попасть, блядь? Теперь в бой. Благодарю. Да, это, наверное, блядь, не работает здесь. Ух ты, блядь, ух ты, блядь. Мощь лишней не бывает. Он сюда вот вылетает каким-то образом, блин. Ну как каким-то образом? Вылетает и зависает там на время. Я взбивал вертолеты, блядь, с винтаря. Он дымит уже.
Могу ошибаться. Все. Зажимость телефона своей работой довела его до смерти. Теперь Стоуну придется использовать устаревшие дроны. Так что, получается, ни одна мина, да, не сработала? Не надо нам ничего у него брать. Он бы нам пригодился. Там мы нормально отстрелялись, дрон у тебя вырубился. Да хер с ним. Пошли мины позабираем. Призрак командир, это Номад. Очень хорошо. Русская разведка помогла нам выяснить кое-что об организации противника. Тебе это пригодится. У каждой цели в списке своя задача в одной из трех сфер. Научные разработки, стратегия, боевые средства. Устрани одну и пострадает весь план. Чем больше целей ты устранишь, тем меньше вероятность их успеха и тем ближе мы к Стоуну. Устранишь всех, и он сам вылезет. Принято. Конец связи. Ну что, ну мы молодцы. Что я могу сказать? Ладушки, на этом мы закончим. Я опять сейчас посмотрю там свою амуницию. Ну а вам всем спасибо. Ну и до свидания. Блять, все хорошо, сука. Ну ты посмотри, блять. А дальность херовенькая. Нахер, не хочу я. А это тоже не хочу. Это все штурмовые, да? Удобство, отдача. Блять, да шо ж сюда надо, сука. Пусть будет. Маскировка датчиков дронов, ускоритель приема. Вот здесь еще скорость восстановления выносливости. Херня. Ну это явно херня. Так, сопротивление урону от взрыва, маскировка датчиков дронов. Максимальный боезапас, это не хочу. Маскировка отдачи сопротивления урона от взрывов. 4-4, они одинаковые получаются. Только этот как-то покруче, да? А что, он не разбирается? А, это мой. Нет, не понял. Я вот этот хочу использовать. Херня какая-то. Бармачки. Так, мобильность, дальность. Да нахер. Ну и все получается, навыки. Навыки у нас уже все открыты. Еще вчера открыл. Ну, ладушки тогда. Всем спасибо. Ну и пока.